Какой народ один из самых острых на язык? Корейцы. Отведать блюдо страны утренней свежести смогли гости фестиваля конкурса «Кухня без границ». По традиции размер порции маленький, акцент на разнообразие ассортимента. Повара подготовили меню как для взрослых, так и для самых юных дегустаторов. Гвоздем программы стал мастер-класс по приготовлению кимчи. Если вы помните, то первая космонавт или космонавтка Республики Корея, женщина полетела в составе нашего экипажа, она повезла туда кимчи. Действительно, кимчи – блюдо поистине космическое. НАСА рекомендует включать его в рацион астронавтов. Чего стоит перечень его полезных свойств? Тем, кто ест много этой острой капусты, не страшна простуда и избыточный вес. Кроме того, кимчи, как средство от похмелья, в холодильнике каждого корейского тусовщика. Капуста обязательно должна быть пекинская. Время приготовления кимчи – несколько суток. Капусту на 12 часов замачивают в соли. Затем каждый лист обмазывают соусом и пастой. Дальше ждать, когда пропитается. Это в основном перец на рыбном рассоле, запаренный перец с добавлением чеснока, соли. Ну и у всех разные специи. Гостей почивали супом из морской капусты миёк-кук, маринованной говядиной пульгоги, соевой брынзой, мясом манду. В качестве закуски 5 видов салатов панчан и, конечно, рис пап. Запивали яство напитком из овса борича. Запомнить эти названия с первого раза нелегко, однако к середине вечера восточной культуры прониклись даже самые несведущие. Я только слышу кимчи, пипимпап, манты и все. Больше ничего, даже не пробовал. Сегодня в первый раз, так сказать. Все такое, ну, знаете, острое, поэтому для русского человека такое необычное. Че и ремын Миша им не да. На гастрономическом празднике не менее насыщенной была и шоу-программа. Приемы тэквондо, современная хореография в стиле кей-поп, звуки этнических барабанов чанго. За один вечер посетители ресторана пронеслись сквозь несколько исторических эпох Кореи. Ужин в азиатских традициях – один из завершающих на фестивале-конкурсе «Кухня без границ». Каждый участник фестиваля отличился в чем-то. Одни интересно провели мастер-класс, другие подготовили концертную программу. Третьи удивили нас изысканностью блюд. Четвертые – это презентации. В этом году в фестивале кулинарного искусства принимают участие 45 рестораторов. Итоги конкурса будут подведены 14 октября. Анастасия Незнанова, Дмитрий Маклаков. Хабаровская студия телевидения.